Нежный шифон винного оттенка, многослойный подол, драпировка. Работа над этим платьем, минималистичным только на первый взгляд, шла почти полмесяца. Его эскиз был выбран из числа тех, которые выпускницы прислали в редакцию Омской телевизионной компании. Дизайнера одежды Ермека Хапизова покорила классическое красное платье в пол, придуманное выпускницей 11 класса Ангелиной Андрейченко. Над воплощением мечты в жизнь девушка работала вместе с Ермеком. В процессе было решено добавить драпировку и использовать шифон винного оттенка. Мы совместно работали, мы совместно подбирали ткани в магазинах, мы выбирали все совместно, вплоть до ниточек и замков. И, конечно же, все основные творческие идеи исходили от пожеланий Ангелины. Это минимализм, направление вечернее, приближенная немножко заявка на класс от кутюр делюкс. Это платье соответствует всем трендам 2017 года. Модный цвет, классический крой в сочетании с оригинальным вырезом. Платье соответствует моим ожиданиям, очень мне понравилось. Даже то, что эскиз не мог придать винного оттенка, это один из моих любимых цветов. Мне кажется, он мне идет. Красивый вырез на спине, на платье. Мне очень нравится. Осталось подобрать аксессуары. Выпускной бал состоится уже 23 июня. И главное, на нем победительница конкурса появится в эксклюзивном наряде «Платье мечты».